хозяйка, по-моему, этого магазина. Такие волосы у нее. Такой лук. Антикварный магазин, что ли. Ой, девчонки, только что зашла в Гуччи, померила это платье. Но оно было 40-го размера за 2200. Они сейчас отдают за 2000. Прямо мои цвета. И к ним были полусапожки Fendi розовые и сумка Fendi. Сапожки стоят 800 с чем-то евро. Из кожи натуральной. С молнией черной сзади. И сумочка стоит 2300. Вообще шик. Натуральная кожа, все. Это вот мои цвета. У меня прям, знаете, такая эйфория началась. Такие гормоны феличита. Я была в шоке. Я хотела бы взять все сразу. Но вы знаете, вот нам, женщинам, нравятся такие платья. В этом стиле, в стиле 70-х годов, которые я попробовала. А вот мужчинам вообще не нравится. Они не любят этот стиль. Им кажется, что это бабушка или мама. Вот мои мужчины мне все говорят, что на себя нацепила, ты как бабушка из 70-х годов. Вот это вот Dior, которая была с Филата Пулья. В теме Пулья южная. Как красиво, смотрите, джинсовки все, джинсы. Ой, а у меня шопингомания началась. Я вообще сама от себя в шоке. Так хочу все. Но на Fendi бывают распродажи, и на Yves Saint Laurent тоже бывает распродажа официальная. Так что их можно за полцены купить. А вот Gucci, у них, по-моему, тоже в Куртино будет, так как много дней закрыто будет, будет красная зона по всей Италии. И много дней будут закрытые магазины. Вообще нельзя будет передвижение. Вот с 24 декабря по 28 нельзя передвигаться. Потом с 28 по 31 можно, а потом до 6 нельзя. В общем, там целая схема в Италии будет. Вот, поэтому я вообще в шоке. Потом посмотрите видео, я сделаю монтаж видео. И там музыка, я так надеюсь, что они за музыку авторские права платят уже вечер. И я смогу запустить рекламу. Я смогу запустить рекламу. Вот мама двоих детей. Девчонки. Это вот такой модный бар, очень маленький. Здесь пьют молодежь, стильная. Ой, я в шоке, девочки. Что мне делать, что мне делать? Как мне понравилось это платье. А эти сапожки цвета розе пудра. Чиприя. Это сумка Fendi, эти полусапожки. Ой-ой-ой, девчонки. Как быть? Даже не хочется ждать, когда будет распродажа, а все сразу скупить. Но надо выдержать. Надо выдержать. Останутся, останутся, купим. Не останутся и не будем переживать. Поэтому я сейчас сделаю. Народ начал собираться. Я вам сделаю стрит-стайл немножко. Немножко гор, немножко Dior. Даже рифму сделала. Немножко меня. Сегодня намного теплее. Сегодня намного теплее.
Просто я даже в ту сторону не могу пойти, потому что везде, даже на улице, музыка. Постою здесь. Около каждого бара музыка, вообще невозможно больше снимать. Всем пока!